Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко. Сегодня играю в Блиц на Ческоме против соперника, даже не скажу откуда. Что это за флаг вообще? А, это Каталония. Ну, вообще Каталония, как известно, не Испания. Вот. Но с другой стороны, Каталония все-таки это не отдельная республика. То есть это, как это сказать, даже я не знаю. Область такая, да, автономная. И поэтому вряд ли Каталония может считаться страной, но тем не менее... Сейчас играю именно против каталонца. Кстати, каталонец очень быстрый на самом деле здесь попался. Вот. Наверняка все это знает. Так, ну здесь давайте пока получу двух слонов, а дальше буду думать. Это стандартная логика, да, вначале сыграть, а потом думать. С другой стороны, что еще остается? Так, ну это, кстати, мне кажется, он зря допускает. Сейчас у него король откроется. Не знаю, насколько это опасно, но чисто внешне это выглядит крайне неприятным для черных. Минус быстрой игры. То есть, как вообще сыграть, непонятно. Да, то есть, ну, кстати, видимо, особо вариантов-то и не было. Пешка здесь на f6 в любом случае теряется. Конечно, не хватает форточки, но не знаю, насколько это опасно. Может быть, не особо это и опасно. Кстати, каталонец смело здесь съедает пешку, ничего вообще не боится. Может, оно и правильно, конечно, но... Не знаю, хочется наказать его за такую сверхбыструю игру. Но пока сделаю форточку. Да, или как еще сыграть, или можно так сыграть. А если задержит один, тогда уже сделать форточку. Причем, кстати, можно еще b3 сыграть даже. Чтобы вообще нигде шахов не было. Да, каталонец просто реактивный. Быстрый парень, ну... Так бывает. Буду тоже очень быстро играть. Иначе никак. Позиции, конечно, ферзей менять не хочется, потому что все-таки здесь инициатива явно у белых. Потом пока просто буду делать такие атакующие ходы. Кстати, сейчас где-то ферзь g3 уже на самом деле грозит. По ощущениям, да? Вот, кстати, он защищается, да. Защищается от этого хода. Так, а если шах проверочный? Шел пока и надо как-то похитрее сыграть здесь, только пока не вижу, как конкретно. Может быть, сюда. Ладья f8, правда, у него есть ход. Мне придется сейчас как-то ладьей назад отступать. Нет, он так сыграл, но тоже, кстати, идейный вариант. Может, вообще зря сюда пошел на самом деле, потому что непонятно здесь, чью эту пользу, хотя вот после b5 думаю, что, наверное, мою все-таки. Сейчас какая-то атака начинается, там, правда, ладья g8, ладья g7 сыграет. Нет, не играет. Не играет он так. Так, ну, как-то ферзя возвращать в игру. Ладья f8 давайте пока сыграю. Так, как-то b4, правда, если вот на b4 придется, а хотя стоп, b4, ладья f5, b4 не работает. Так, если f4, пока создал угрозу в один ход. Да, соперник, конечно, сверхбыстрый, еще и смелый, да? В принципе, почему бы и нет. Хочется поставить ему мат, правда, пока не вижу, как это конкретно делать. Так, тут он уже мне мат сейчас начинает ставить, да?
вообще эту позицию оценить? Не вполне понятно. Сейчас ход c5 у него есть довольно сильный, придется мне а3 играть. Но в принципе это и так была идея. Так, что делать? Надо так, наверное, сыграть. Да, удивительная, конечно, партия здесь у нас с каталонцем. Сейчас он будет флаг рубить просто. Да, все-таки повторение ходов. Ну что могу сказать, я уже в конце просто перестал комментировать. Партия, я думаю, с очень большим количеством ошибок, если честно, чисто так вот навскидку. Потому что здесь то я, мне кажется, просто упускал перевес, то он зевал. Ну, по крайней мере, вот здесь явно был перевес у меня, причем перевес довольно существенный. То есть эту позицию, конечно, нужно было как-то поаккуратнее сыграть и не получать то все, что получил я. То есть на самом деле после ладьи e6 даже можно было съесть ладью, и в принципе там никаких проблем бы не было. Вот, ну такая вот вышла очень сложная партия. Каталонцы все-таки довольно сильны, я так понимаю, в шахматах, не только в футболе. Поэтому было интересно с ним играть. Ну что ж, всем спасибо за внимание, ну и до скорых встреч уже в новых видеороликах.